На полотнах машины, домашние животные, клоуны и игрушки. Окружающий мир глазами детей. Эту экспозицию накануне открыли в музейном комплексе парка Толстого. Работы своих сыновей сегодня увидела в галерее и Мария Бутанова. Дети очень старались, им сказали, что они рисуют рисунки специально для выставки. Они очень готовились, сегодня с большим удовольствием пришли сюда. Мы спешили, с одних занятий сюда прибежали бегом. На стенах около 60 работ. Над ними старались больше 20 юных художников. Все они воспитанники социально-реабилитационного центра «Химкинский». На открытии выставки «Мир, каким он должен быть» авторов ждал сюрприз, получение призов и подарков. Все равно им надо развиваться, надо социализироваться. И то, что таким образом это даже происходит, им тоже и родителям приятно. Это же внимание, которое оказывает им и администрация, и руководство города. Показывает, что вы нам не безразличны, развивайтесь, занимайтесь живописью, приходите в спорт, живите активной жизнью в городе, так как Химки – это город, в котором интересно жить. Экспозиция будет открыта с 11 до 19 часов со среды по воскресенье до конца августа.